Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня опять десяточка. Опять мы с вами трешуем. Решил я по чуть-чуть начинать собирать космо. Знаю, что не каждый день получается вам снимать видосы, потому что то одно, то и куча работы. Вот у нас уже 85 осколков космо есть. И сегодня у нас, скажем так, интересный видос 10 по 10. Что это означает, думаю, сейчас поймете, увидите. Кто не знает, тут точно узнает очень скоро. В общем, я вам показывал, я уже начал эволюцию героев некоторых, и я решил сегодня качнуть 10 героев на Эво. Так что видос будет длинный, но я буду качать те герои, которых я буду использовать для некоторых локаций. Поэтому хочу их прокачать в первую очередь и для теста. Поэтому у нас будет сегодня веселуха. Ну и, конечно же, потом пооткрываем плюшки и попробуем словить еще одного недостающего нам героя. Это Космо. Так, нам надо апнуть 5 миллионов. Для чего 5 миллионов надо апнуть? Хранилище сделать для того, чтобы у нас можно было без траты самоцветов делать эволюции. Такс. Видите, здесь ресурсов хватает. Самое основное, что здесь дают возможность нормально добыть молоточков и быстренько прокачать все, поэтому здесь уже есть куча топовых построек, скажем так, таблетка открыта. Тут для всех самое такое, знаете, проблемное, это шестая таблетка, это один дополнительный у вас герой, и у нас это уже есть. Можно было бы, конечно, намного быстрее качать этот аккаунт. Но я стараюсь его так качать умеренно. Показываю, что такое умеренный донат. Мы даже до Минотавра не дошли, а у нас уже практически все топовые герои есть. Так, отлично. 21, 21, 21, 21. И это вот мы тоже сейчас сделаем 21. Супер. Как раз то, что нам надо. Так, окей. С этим мы разобрались. Поехали, будем определяться с героями, которых мы сегодня будем качать до эволюции. Это, конечно же, будут драконы все, плюс такой вот лазуря. Итак, лазуря у нас будет первым. Ну, у меня нету повторки. В общем, можете поздравить. Еще плюс одна эво. Первого мы словили. Поехали дальше. Как раз нормально будет и по ресурсам. Такс, дракон. О, смотрите, новый, кстати, пак. Ничего себе. Прикольненько. Я надеюсь, нам золота хватит. Так, дракон. Дракон у нас повторочка есть, экономим ковяшки. Второй герой. Еще один пак провизии. Вот так вот, видите, героев дают. Отлично. Я, кстати, давно не видел таких паков. Так, третий герой у нас будет. Давайте так, четвертый. Сразу по два будем. Сразу переапаем драконов, и потом попроще было, а то я так запутаюсь. Пятый.
Арктика. Так, тыковку тоже будем вести на эволюцию. У нас будет. Вы там по счету пятый герой. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, да? Шестой. Ворожей тоже нам нужен. Также мы будем качать Фрейку. Фрей у нас тут вообще какая-то печальная. Это ужасно. Заодно посмотрим, сколько интересно мы силы. Ну, хотя мы сейчас поделаем эволюцию, немножко посмотрим по времени агментации, сделаем, короче, потрешуем. А то у нас ресурсы копятся, мы их по сути никуда не тратим. Так. Такс, такс, такс. Этих пока не трогаем. Этот на эволюции, на эволюции. Мы сейчас дойдем. А вы напишите в комментах, кого вы хотите еще, чтобы мы в первую очередь начали качать. Такс, Анубис тоже. Так, того, что мы имеем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, да? Еще одного героя такого интересного нам надо качнуть. Рон, Бигфут, Асура, Махатма. Давайте даже... Да, давайте Махатму качнем. В принципе, она нам тоже нужна. Почему нет? Имба, имба. Классно, когда у тебя ресурсов немерено. Не паришься. Так, с того, что мы имеем. Мы имеем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 героев. Догоняем их. Эволюция Анубиса. Анубисов, как видите, здесь хватает с головой. Надо будет, можно будет еще достать. Анубис не проблема. Правильно, мы одну оставим в запасе. Можно за КГшки. Блин, с такими темпами нам скоро золота не хватит. Такс. Следующий. Некрос. Ну, они у нас уже по скиллу вкачанные. Теперь надо будет им прорывы. Точнее, не прорывы, а про... Блин, вылетел из головы. Жесть какая-то, столько вам видосов пишу. Так.
Аугментацию вкачать, и тогда будет счастье. Так, не хватает у нас камней, это у нас не проблема. Сделали вот так, вот так. Отлично. Эти скину на выражение нет. Так, следующий. Следующий пассажир у нас готов. Пикавка. Три тыквы есть. По сути, вам нужна только одна тыква в алтаре. Ее вполне хватает. Две – это уже роскошь. Конечно. Так, докачиваем здесь. Арктик мы, конечно, тоже наловили дофига. Отлично. И Махатма. Считайте, половину мешков мы уже слили. В принципе, как видите, эволюция очень быстро делается, когда у тебя ресурсы. Как на английском сервере. Не запариваешься. Так, отлично. Ну, теперь мы можем себе смело делать эволюции, не париться, и первые, и вторые. У нас, в принципе, все для этого уже есть. Такс. Отлично. Получили за эволюцию героев плюхи, получили шамана и поехали, будем гнать героев у 10 звезды. Или уже не до 10, давайте просто так подгоним, в принципе. Это потом догоню, лучше плюшки пооткрываем. Сейчас просто посмотрим, сколько у нас поднимется силы даже на такой прокачке. Догоним ли мы реально? В принципе, должны догнать мы многих героев. Такс. Давай-ка. Ну, почти, видите, даже не догнали. Ладно, то такое, потом я докачаю. Поехали дальше. Поехали. Смотрим, что у нас интересного есть с акцией. Ну, дискаунт, в принципе, довольно-таки неплохой. Можно и девятки, как видите, качнуть. Правда, одна за 3,5 – это немножко перебор. Ну, относительно неплохо, но дорого руны 10 за 8 тысяч самов, это, конечно, перебор, как по мне. Вот тут у нас, в принципе, даже не во что такое играть. Поехали, попробуем.
открывать интересные плюшки, которые у нас есть. Так, что у нас есть? У нас есть вот такие вот плюхи. Эти мы, в принципе, смело сейчас открываем. О, неплохо. Плюс 2 топовых талантика, плюс эмблемки для архидемона. В принципе, неплохо, неплохо, неплохо. Так, ну тут у нас скины. В принципе, это тоже можно открывать. Плюс... О, нифига себе, посмотрите, как нам с камнями отфартило. Плюс 25 камней. Вот это я буду копить. Будем по чуть-чуть собирать космо. И трешивать. Так, что у нас? Неплохо. Так, ну как видите, ресурсов тут уже хватает. Прилично. На коробки, на то да сё. На 12 даже скиллы. Так, я пока 12 качать не буду. Почему? Позже покажу. Так. Посмотрим, что мы можем поменять. Отлично, десяточка сделана. Башенки можем качнуть. Ну, в принципе, пока все. Так. И... Давайте Махатму. На апгрейдим. Скажете, что он делает с книгами? Ребят, вот этих книг, наверное, хватит, чтобы, ну, я не знаю, или алтарь весь полностью хватит качнуть. Но прокачаться нормально однозначно хватит. Правда, нам еще надо будет дофига книг на этот. На ЗПшки слить. Тоже немаловажно. Ну, в принципе, это уже такое второстепенное дело. Куда нам спешить? Ну, с ресурсами тут можно один пак взять, и он хватит на прокачки вторых эволюций этих ЗПшек. Наш английский сервер. Самое главное, что видите, мы уже с вами сохранили самики. То есть нам не надо тратить самики на переход на 10-ю звезду. Самое основное. Ну, силушка, как видите, не так особо и растет, как хотелось бы. 123к где-то до 120, не знаю, 5 догоним, наверное. Я просто как представлю, как через рейды бегать, это реально будет очень долго. Вот пока есть сумки, надо так качать. Так, ну что, у нас, не знаю, на неделе следующей, возможно, уже будет миносик. Кто его знает? И тогда я создам вопрос насчет розыгрыша, или будем дальше качать аккаунт, или будем его уже разыгрывать. Так. Поехали дальше. Сколько там у нас книг? Я так вот смотрю по книгам, сколько у меня книг уходит на прорывы 30 и сколько на эволюцию, это небо и земля, честно говоря. Просто подарок, знаете, копейки какие-то. Реально.
нас нормально сейчас будет прирост. Что-то я 130к, наверное, будет. Возможно, даже и больше. Сейчас проверим это. Что у нас еще два героя, да, наверное, скорее всего, нам не хватит. Так, итого 128 600. Ну давайте еще какую-то имбу качнем. Или давайте все-таки сделаем, как мы говорили, 10 по 10, 10 звезда, 10 эволюций. Даже не знаю, хватит ли нам ресурсов. Нам не хватит просто золота, но я это уже доделаю. Золотом это немерено. У меня, к сожалению, нету пока минотавра, ну, хотя у меня есть лазура, которой можно тоже успешно фармить золото. Только единственное, у него уже есть возможность поставить даже ему ремку. Ну, ему, в принципе, и так ремка есть. Сюда поставить ожил, но она еще не ставится. Так, видите, на десятке здесь сидит все-таки. Давайте уже по максимуму докачаем, сколько сможем. Десяток. Ну, еще как раз почти на двоих героев хватит. Как смотрятся уже драконы на эволюции, совсем по-другому, красиво, намного. Намного красивее. Ну и пользы от них намного больше уже. Это мы им еще не делали агментацию. Если поделать агментацию, то, думаю, будет намного веселей. У нас два героя получается недокачанных.
66 книг. Ну, книг тоже, я вам скажу, немало уйдет, в принципе, если вот так вот делать. Но они у нас потом перейдут фиолетовые, в принципе, насчет этого можно не париться. Так, этого мы не можем прогрейдить. Немножко мы книги, конечно, подслили. Не немножко, а хорошо так. Такс. Как раз два героя не хватает для того, чтобы сделать максимум. Это будет жирно для такого аккаунта, вы мне потом это не простите. Тут видите, тут еще один нюанс. На моей силе реально надо хороший минотавр, чтобы быстро фармить золото, потому что у меня противники, ну, у них не особо много этого золота, поэтому это печалька. Ну вот, в принципе, лазуля, как вариант альтернатива для фарма золота. Опять же, не так быстро, как хотелось бы. Посмотрите, как он. Если есть дырки, а дырки на такой силе есть у всех практически. Это не проблема фармить. Просто чудесно раздают. Как же мне все-таки нравятся драконы. Супер. Такс, ворожеюшка. Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть нам хватилось, ребята. Что мы можем сделать? У нас, в принципе, есть немножко прокачанный просвет вот здесь. Делается вот так. Раз, два и три. И ровно 130 тысяч. Вот так вот. Тютелька в тютельку. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Ждем уже обновы и будем трешевать. Всем удачи, всем пока.